Четвертое место. Пара под номером 218. Евгений Ломака, Алена Кот, Минск Айденс, тренеры Артем и Ирина Мирончик. Бронзовые медали в этом финале завоевали Матвей Гришко, Мария Хаткевич, Минск Сигма, тренеры Артем Козыра, Елена Козыра. На вторую ступеньку поднимается пара под номером... Аплодисменты, друзья, аплодисменты! Второе место. Пара под номером 197. Матвей Мелехин, Полина Харченко. Заславль. Акцент. Тренеры Сергей и Анастасия. Подкаст. И победителями этого финала становятся Михаил Щукин, Ксения Курилина, Минск Айденс, тренеры Артем и Ирина Мирончик. Ну что же, друзья, поднимаются победители на высшую ступень пьедестала, получают заслуженные награды. Хрустальный кубок, медали, дипломы и аплодисменты зрительного зала. На этой торжественной ноте мы завершаем третье отделение турнира «Хрустальный кубок 2022». Конечно же, не прощаемся. Впереди заключительное четвертое отделение, которое начнется в 19:10. Всех ждем.